8,5 градусов. А я вам сейчас все объясню. Все объясню, все покажу. Все нормально. Все отлично. Все как день сурка. О, ну и все, батя, хватит по-любому. Всем привет, ребят. Всем доброго утречка или доброго обеда, только проснулся. Шумы у камеры, щелчки. Вчера монтировал серию. Прям бывает невыносимо. Но это вообще болезнь 9-й. GoPro никак не лечится, только нести на гарантию. По гарантии. И по гарантии тебе ее поменяют, и не факт, что это все пройдет. Некоторые меняют по 3-4 раза эти камеры. Ну, может быть, выйдет какая-то другая прошивочка, что все это исправит. А пока вот так, пока никак. Ну вот, ребят, вот так вот. А что у нас? А у нас хочу померить температуру воды. Давайте посмотрим. Оба, наш плотик с вами. Хоп. Ихо, блин. Вот сейчас баньку туда заныривать. 8,5 градусов. Бодрящие. А березки еще пока что зеленые. Пока что еще осень. Такая вот самая красивая не наступила. Хотя клены, наверное, уже желтые. Надо в черте города посмотреть, в парках. Наше местечко. Классно. Тишина. Никаких ничего шумов за окном. Умылся холодной водой, бодрящей. Знаете, какая идея появилась? Ну, это уже некогда. Съездить в какой-нибудь город и там прям заночевать в самом людном месте, прям в тачке. Да, что сейчас ехать ночевать, если нам через несколько дней уже это предстоит. Так, наша антенна, смотрите. Все нормально. Телек. Че, надо работать сегодня, музыку писать. Как-то так, ребят, погнали. В новый день. Ребят, в общем, работал вот тут над треком. Блин, включить даже не получается. Клавиатура сошла с ума, надо ее под замену. Как я не клеил кнопку, фиг с ней, с кнопкой. Но вот смотрите, когда жмешь единичку, пробивает сразу два символа каких-нибудь. Да ладно, что показывает, вот на Dell жмешь, и комп уходит просто в спящий режим. Ну пипец, работать невозможно, надо ехать за новой клавиатурой. Так и живем, ребята, так и живем. Давай тогда собираемся, покупаем герметик, клеим крышу. Новую клавиатуру, ну, там где-нибудь в черте города и допишем трек. Ребят, пока туда-сюда не уехал, смотрите, закрепил стяжками, короче, его. Стоит он нормально. Ну, не заправленный, но стоит. Все тут работает. Надо ехать за клавиатурой. За клавиатурой. И еще. Так. Химию надо вот эту всю в багажник. Так, ребят, что еще? Смотрите, специальная туалетная бумага нужна для вот этих вот всяких биотуалетов. Она разлагается водой. Ничего не написано по-русски, да? Ну, в общем, вот так, знаете, нужна специальная. А, вот написано. Быстрорастворимая туалетная бумага. Вот так. Так, ребят, еще вот коробочка у нас есть, смотрите, рыболовные товары, философия рыбалки. Что же там такое? Наверное, это больше нужно рыбакам, чем нам. Да и нам надо. Оп. А там, ребятки, что? Канистра. Но это не канистра, это как бы переносной бензобак. А зачем он нам нужен, спросите?
А я вам сейчас все объясню. Все объясню, все покажу. В общем, для чего это все надо? Фига, тут все есть, сапун. Это не сапун, это топливозаборник, все скорее трубка. Да. Ну так чё? Их нормальная такая бензина. Какие-то вон нарисованы страсти. В общем, для чего это надо? А это надо для того, чтобы... не лезет, да. Ну не лезет, это потому что мы еще пока здесь стоим. И пневма немного спустилась, и он накачает все залезет. Да и, грубо говоря, даже можно шланг прокинуть. Я все мерил с асфальта, все должно залазить. Так. Хоп. В общем, это для того, чтобы с мойки, с душа и с раковины стекает вода у нас с вами. Вот она. Вот. Чтобы это все дело стекало вот сюда. Чтобы не текло ничего, лужи. Никакие лужи по большим городам не текли. В городе будет стекать все туда. А потом что, берешь, вытаскиваешь ее. И пошел где-нибудь так же клумбы полил. Ну так вот все продумано. Классная какая. Вы меня спросите, зачем ты опять крутишь-вертишь провода? Братуха, я тебе сейчас все объясню, дурная голова не дает покоя рукам. Чё к чему? Сейчас я вам все объясню, зачем я тут все порезал, почикал, еще кручу-верчу провода, соединяю, запутать хочу. Ошибка вот здесь вот произошла, оп, вечная строечка. Толстой изолентой. Как-нибудь. Блин, конечно, некрасиво все это получилось так. И изолента еще что-то меня подвела. Итак, ребят, что же это такое я сделал? А это теперь включение пневмы вот с этого тумблера. То есть я еду за рулем, рулю. Надо подкачать. Раз, и подкачали. Но главное дело, чтобы выдержал там пластик. 15 ампер. Мне кажется, там больше, чем 15 ампер. Не могу сказать. Посмотрим. Ну, как-то так. Опа! Итак, ребятки, я на квартире. Надо ехать на футбол. Что я сделал? Я купил герметик и заклеил там на крыше вот эту штучку с проводами, которые вот кабелей в крышу. Вот кабелей под крышу. Ну, как-то так. С антенн. Потом я купил клавиатуру в ДНСе. Два. В-третьих, я купил графитовые смазки. Для смазки контактов аккумулятора, потому что он окисляется, там у меня пушистые клеммы. Потом я что купил? Что же мы еще сделали? Я купил два крючка, не крючка, а кольца вкручивающихся, которые будут крепить стяжки биотуалета. Ну и что? Ну и все, а что я больно-то? Вот так вот. Сейчас на футбол, а вечером надо делать работу, доделывать. Клавиатура моя сошла с ума. Купил новую проводную. Не критично. Ну, блин, такая себе. Ну, дешевая. Что, ребят, следующий день. Я около пятиэтажки. Звонили с ДЭК. Транспортная. Ждем курьера. Доставит. Что он доставит? Аккумуляторы GoPro-шки.
Купил вчера клавиатуру. Проводную. Надо сейчас поработать. Заклеил там все на герметик. Ну, как-то так. Масло купил для двухтактных моторов, для бензинового генератора. Где-то там валяется. Потом покажу. В общем, что, зарядочка вроде как восстановилась немного, процентов под 20. 90% кажут. Давайте сейчас поработаем. А там посмотрим. Посмотрим, чем будем заниматься дальше. Ну, как-то так. Ребята, пока я тут писал транс-музыку такую, электронику, в общем, электроника, курьер привез мне аккумулятор GoPro. Ну да. Все тут есть. Зарядник и два аккумулятора. Ну все, ребят, заряжается. Два аккумулятора. Третий у меня в GoPro-шке. Все нормально. Все отлично. Утро. Еще следующего дня. Да ничего не происходит. Здесь настоящий дауншифтинг. Главное не включить заднюю передачу. Вообще делать особо нечего дома. Шея продула. Шея болит. Ну, маленько может расходится. Да и все. Ждем сим-карту. Да чё? Знаете, когда поедем? Мы с вами поедем на юг во вторник или в среду. А сейчас ничего. Просто ждем вторник или среду и сим-карту. Ну, как-то так. Итак, почти весь день, ребята. Почти весь день занимаюсь всякой вот такой вот работой. Не по написанию музыки, а по оформлению и выгрузке треков. Надо, накопилось. В целом ничего не происходит. А что происходит? Смотрите, купил вот такую вот электробритву. А она мне как бы и нафиг особо не нужна, потому что у меня борода, мне нужен триммер, а не электробритва. В ДНС заберу в понедельник триммер. А эту пока будет у меня, но, возможно, я на Авито ее выложу. То есть, практически я и не пользовался. Так вот, попробовал. Вот здесь вот по щекам поводил, и все. Новое. Скидочку сделаю и выставлю на Авито. Так, продолжаем дальше работать. Ихо, блин. Ихо, какие там быстрые. Итак, ребят, еще денечек. Раз, фух, все. Это сим-карта МТС, которая мне нужна в путешествии. Так что МТС, говорят, хорошо везде берет. И это я просто ее активирую сейчас. Все дела активировал. Потом оплачу и пойдет срок. Теле 2 надо еще доиграться с той симкой. И что? На почте лежит сим-карта родителям. Надо забирать. И вот вопрос остается, каков. Сегодня воскресенье. Завтра в футбол еще поиграем. Ну и во вторник, наверное. Может быть, что-то здесь поснимаем. И в среду уже уедем. Это сколько получается? День, два, на третий день. Пора. А сейчас опять работка, клиент там что-то никак, ему всю эту транс-музыку вот здесь доделай, здесь, а потом я хочу не 3 минуты, а 8 минут. Посмотрим, что нам заплатят. А это, ребята, день следующий. Ничего не происходит в квартире, все замедлилось, все как день сурка.
Даже проект не могу нормально доделать. Клиент всегда говорит: вот здесь чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть и вот здесь вот чуть-чуть. А потом: а что ты можешь сделать еще вот здесь? Так-то все нормально, но может быть еще что-то. Вся проблема в том, что я никогда не слушал трансмузыку. А этот человек, походу, специализируется на электронике. Ну, просто он любит. Но надо сегодня еще много дел делать. Ролики не выходят. А потому что что снимать? Все, вот, одно и то же. Каждый день. Пора валить. 2 дня. 1-2. Итак, ребят. Что у нас? Йота. Симка пришла. Интернет надо сделать родителям. Сегодня, наверное, после футбола доеду, все сделаю. Но ситуация у нас такая, что я жду еще один заказ в ДНС. Сейчас покажу. Сегодня 27 сентября. Дата поступления заказа 27 сентября. Но заказ придет только 29. Так что мы пока никуда не едем, пока я не заберу этот заказ. Ну и что? Найдем чем заняться-то, правильно? Что у нас? Горит, что ли? Успеем. Значит, так и должно быть. Тем более сегодня сдвижение. Все змеи сползаются в норы на зимовку. В лес ходить нельзя, а хочется в поход на Широху. Значит, мы можем получить 29-го заказ и 30-го сходить в поход, когда змеи уже все лягут спать. Подожди, что у нас по погоде на 29-е, 30-е? Слушайте, там переменная облачность. Было бы классно сходить. Ну, решим. Пора на футбол. Так, ребята, пробираюсь в деревню. К отцу сделать интернет. Везу ему ноутбук свой. Ну, не мой, не тот рабочий, а другой, который у меня есть запасной. Нормальный ноут. 8 гигов оператива, i7 процессор. Даже видюха там есть. Ну, не встроенная, как она там, дискретная называется, по-моему. Экран 17-ка у ноута, металлический, Dell, классный, мощный. Батя будет счастлив, наверное, в Одноклассниках. И смотря мои ролики на YouTube. Посмотрим. Мышку еще ему купил. А то тачпад — это такой себе для молодежи. Смотрите, сколько на спидометре у моей Мазды. 240. Она, конечно, столько не пойдет. Давайте вам сниму вид от первого лица. Мазда 323 FBA 5-го поколения. 97-й год выпуска. Хоп. А вот и все. А вот мы и приехали с вами, ребятки. Так, что, давайте проверим скорость интернета. Что тут у нас хоть есть? О, ну и все, батя, хватит это по-любому. На все Одноклассники и Ютуба. Нормально, 15-ка. Ну-ка, на загрузочку сколько? Ну, тут вообще работать можно. Все классно. Ну-ка, давай, вон у тебя Chrome здесь, этот браузер. Ну и все, а больше тебе, наверное, ничего не надо, по сути-то, да? Ну и вот эти две закладочки. А там YouTube, посмотри, теперь попробуй. Ну и все, видишь, как нормально грузит, да? Дома! А, вот она, впереди. Вот чем дома. Ну, в общем, вот здесь вот такой рычаг есть. Ну все, пользуйся. Ну что, ребят, сделали интернет, батя. Сделали интернет. Теперь он будет рад.
все хорошо. Че, смонтирую для вас ролик, сейчас приеду. Посмотрите, что со мной тут происходило 4 дня. Ничего не происходило. Квартира просто как-то затянула, день сурка, и все, и ничего особо не происходит, вообще ничего не делаю. Скучно. Пора ехать, дождаться всего, забрать и ехать. Хватит. Ну как-то так, ребята. Как-то так. Как-то так, ребята, как-то так. Вроде жопа, вроде фу.